1 декабря, в преддверии Международного дня защиты прав человека и Дня Конституции, новосибирские омбудсмены и представители прокуратуры области проведут совместный прием граждан. Жители города и области могут обратиться со своими вопросами и проблемами по адресу Кирова-3, это здание законодательного собрания региона. Прием будет организован с 10 до 17 часов. Записаться можно заранее по телефону 223 37 62.